Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanining birinchi qismini boshlaymiz. Unda mehmonlar jamoasi bosh murabbiysi Fevzi Davletov ishtirok etadilar. Marhamat, o'yin haqida qisqacha. Ну, в принципе, по игре, если взять, она как бы зеркально отобразилась первого круга. Я думаю, что рисунок все напоминал того матча, что нас будет ждать ошибки наших ребят. Играли более позиционно, встречали нас во второй зоне. Именно вот при переходе, переходных фазах у нас в первые 10-15 минут были ошибки. Здесь мы немножко недоработали. Но все равно получилось так, что ошиблись, и Насав нас, как и в первой игре первого круга, то же самое также нас наказал. Ошиблись мы. До удаления, я думаю, что игра была очень хорошая. После удаления немножко уже напряжение пошло. Скомканно уже пошла игра. Здесь уже эмоции, все. Сломалась вся игра, это понятно. А так, по действиям ребят, я доволен, то, что мы к чему готовились, мы выполнили план на игру. Мархамат, савалабса. Как табрик, если не было, да, за кича юбилей был, да, осью у миллиарда термо джамамы сильный был, осью у миллиарда 94-й, да, на лавапозан, да. Вас из жмутарки, да, осью у миллиарда, узбек футбологи, как так сапочтись. Табрик, я не вас знаю. Барча сапом ухнесла, да, номина. Ва, савар геоцек, албатта, бугунги учрашу Суперлига пешқадамига қарсы болды, ва албатта хам болады, қарсы маркази стадионда ойнаш жүдем мүшкіл, чүнкі босым, давлене большой ракамларге болады. Лекин бүгін қарамастан хучум триосы да еш футболшылар ойнашты. Савар Абдухамидов, Асан Бенджимаев, хамда Абдухамид Хайдаров. Қандай хисоблайсыз? Олар жбул босым бүгінге қаршы яхшы ойнашты, то есть хорошо ли они сыграли против давления, тем более соперников лидер? Ну, я думаю, если взять по игре, немножко, да, у Хайдарова потерь было в первом тайме много у Гафура. А Асыл, в принципе, он и до этого участвовал в этих играх, в принципе, и нормально, и действовал. Я думаю, себя все хорошо проявили. Я думаю, приятно играть при таком скоплении болельщиков, когда очень много болельщиков. Я думаю, хороший антураж. Я думаю, что здесь плохо нельзя играть никак. Не получается плохо играть. Нужно все 150-200% выкладываться. Я думаю, что они сегодня все выложились. Это видно было по движению и по лицам всем. Бірінші тәйімді көріп, кеші тәйімді қошыды. Сұрқан қанша яш көрілді. Жүрден тұрып кем қатты құрашып. Нұғады бойлайсыз, кеші тәйімді Сұрқан қошты көбірі, қошты мұйынге, Насав өзгері ойын ташмады. Ну, я же сказал, в первом круге такая же у нас игра была. Насав повел 1-0, они отошли во вторую зону и ждали нас, наши ошибки, и сыграть на контратак. Я думаю, все это повторилось. Понятно, что нам нужно отыгрываться. Мы проигрываем 1-0. Ну, нам нужно добавлять. Но я думаю, что здесь Насав немножко как бы моменты были, да, реализация у них немножко подвела. А так, я думаю, что в принципе мы правильно сыграли в этой игре. Я думаю, без красной карточки мы не обходимся никак. Каждую игру получаем. Это ненормальная ситуация вообще, честно говоря. Уже диву даюсь. Что происходит? Что вы видите, бүгін Насавге қаршы өзі үйоғыды? Шынан орынын бұл қоплады бөйлесіп, өзі үйгенді чүрген ойыншыларыз? Ну, в принципе, добавили. В первом тайме хорошо играли же насавские болельщики. Игроки, я думаю, что добавляли и Абдухаликов, и Насрулаев, и Мозговой. Я думаю, что здорово выглядели. И активные были. Немножко реализация, да, здесь у них подвела. Ну и у нас вратарь хорошо сыграл сегодня, оборона постаралась не пропустить мяч.
Вратарь Потапский травмас был, но Альбрехт уйдет курмы. Есть немножко проблемы внутренние здесь от этого. Отталкиваемся. Поэтому... Бүгін Сурхон жамасында нафақат Суперлиге 5 қадамге ташу турайын, балки нені кичик байрамлар бүлі, жүріхам кичик статистик байрамлар, агар тэбор гелсек, Бекзот Шамсиев бүгін өзінің фаулетіда, Сурхондаге фаулетіда, ілк бор Сардор болғычы білан жамасын чықарды, расмин мүмчіншілді. Уйын ва лизерлік салақайып қатады фекірлеріңіз, ва шөніңдек Асылбек Жумаев бүгін Сурхон тәркебіде өзінің 50-ші ұчырашуын өткізді. Это тоже как, еш бөлішке қарабастан, уже еліпті ұчырашу бітті жамауда өткізді. Вот айна ұша, үш бұл екі нафар футболшыларға қақыда... Ну, Шамсиев, в принципе, капитан сегодня, я думаю, достоин сыграл, я думаю, хорошо. Ну, Асыл, а что Асыл? Он и в прошлом году играл, и в этом году. Он уже не молодой. Это по паспорту он молодой. Правильно, а так он играет постоянно, выполняет все функции на поле. Я думаю, что все нормально в этом плане. Саулайома, это Конрахмат. Майли, спасибо вам. Вам тоже спасибо.